мы на месте. Мы приветствуем Саниту, интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, и доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Она как в смирении в этой накидке кивает медленно. Хорошо, Влад, разрежь эту накидку. Накидка разрезается. И сила моего намерения вместе со всеми сопутствующими чипами и датчиками. Сканер сейчас помогает, выводит все сопутствующие датчики, отключает их полностью. Вместе с этой накидкой, сила моего намерения, она отправляется в клетку, они отправляются в клетку тюрьму. Готово. Отлично. Так лучится, Нита? Она смотрит все вокруг. Она понимает, где она? Говорит, здравствуйте. Здравствуйте, Санита. Вы даете нам свое согласие на чистку? Даю. Даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Саниты под ногами 360 градусов вокруг нее. На 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел Саниты. Находит все. Подключка вот эта у нее гуманоидная. Гуманоид. Да. Есть еще арахноид. Хамелеон. И этот тут. Хорошо. Джин. Какой? Синий джин. 40-11. И у нас... Останови его, он меняется с беса на демон. Я тебя сейчас сожгу, если ты не остановишься. Остановился. Снимается маска и голограмма, и сущность предстает согласно своему эфирному коду ДНК. Демоняка. Какой демон? 14. Демон, ты что, решил покончить с самоубийством этой, в этой жизни или что? Скину тебя в галактическое ядро? Ты что мне здесь накидываешь? Ты играться хочешь? Я с тобой поиграю, если тебе мало не покажется. Ладно, понял. Смирно стою. Сколько ты находишься в этом биополе, демон? Биополе мы давно дружим, 5 лет уже. У тебя контракт есть? Нет, нет. Джин, сколько ты находишься в этом биополе? 6 месяцев. 6 месяцев. Сколько находится хамелеон в этом биополе? Он говорит 7 месяцев. Хорошо, 7 месяцев. Хамелеон, сколько ты находишься в этом биополе? 3 года 8 месяцев. Хорошо. Арахноид, сколько ты находишься? 2 месяца. Кто из вас присутствует в доме, где живет Санита? Арахноид, джин, демон. Хамелеон, конечно, не находится. Откуда гуманоид? Демон повоевал за территорию на улице. С кем? С другими демонами? Да, с тем, кто там уже был. Понятно. Итак, гуманоид, откуда ты? Сириуса. Сколько ты находишься в этом биополе? 6 лет. У тебя есть контракт с Санитой на пребывание в этом биополе? Санита будет покорна, и все будет хорошо. Нет контракта. Если ты еще раз повторишь, что ты сейчас сказал, в моих руках появляется шар с живой плазмой. 1, 2, 3. Гуманоид, я тебе это в рот сейчас засуну. И от тебя останется, вообще ничего не останется на уровне ДНК. Если ты посмеешь еще раз так здесь разговаривать, я тебя накажу так, как тебя никто никогда не наказывал. Тебе это понятно? Мне понятно. Я отвечал на твой вопрос. Я тебя спрашиваю. Контракта нет. Есть договор. Так он был заключен. Договорились. Санита будет покорная. Хорошо. Ты за договор ни слова не говорил. Начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать вопросы, вы будете на них отвечать. Даю команду тонкой копии Саниты спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродные негативные патогены, чуть от них возвращается к ним. Усилию потоки в 50 раз. Сканер просканирует полноту души Саниты на настоящий момент. 96%. Я надеюсь для тебя, гуманоид, что 4% находится в этой накидке, иначе. Иначе. Будет. Ты очень уязвим, когда эмоционируешь и кричишь. Ну, когда я 4-го гуманоида за 1 сеанс вижу, соответственно, ну, я быстренько успокоился, как ты видишь. Я посмотрю, как ты сегодня будешь реагировать. Любой из нас может зайти на эти эмоции. Хорошо. Будет прав. Попробуй зайти на эти эмоции и посмотрю, как, что выйдет назад. Санита, я обращаюсь к вам. Вы меня слышите? Да, конечно. Санита, вот этот гуманоид, который стоит, он 6 лет тормозил вас. Этой накидкой украл у вас 4% души, которую мы сегодня вернем. Есть ли у вас желание вернуть эти все неприятные ощущения, всю эту дисгармонию, все эти патогенные энергии ему назад? Чтобы есть. У меня большая усталость накоплена внутри. Вот. Я об этой усталости и говорю.
Сегодня у вас будет уникальный шанс, а для гуманоида будет замечательный урок по уязвимости. И мы вернем ему это все, когда придет время. Итак, ждем окончания реверса. Демон, где находится лярва в биополе саниты? Ноги, руки, ладошки. Хочешь? И ступни. Хочешь их получить? Хочу. А ну, знаешь, почему лярва? Почему? Она идет на пролом. Ей так надо. Она пробивает себе путь руками и ногами. Двигается вперед. Я не знаю, это правильно или неправильно. Может, в каких-то ситуациях правильно, в каких-то неправильно. Мне нужен контекст, чтобы понять эту ситуацию. Пример. Пример – это ее жизнь. Троих детей ведет за собой и пробивается сама в этой жизни руками и ногами, собирая на себя негатив на ладошки и ступни. Хорошо, мы эту информацию ей передадим. Реверс, посмотри, Вера. Закончен. Установили фильтры с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Санита забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. И забираем из этой накидки серодной энергии. Все, что на чистоте саниты находится, возвращается мощным потоком ей назад. Что идет, Вера? На ей возвращается энергия. И она как толчок какой-то ей дает. Это она как очнулась, просыпается. Хорошо. Готово. Реверс закончился. Начинаем тогда с арахноида. Арахноид, выходи, вытаскивай все, что я оставил в ее биополе. Всю паутину, все свои иголки, если есть, жидкость. Ничего не забывай, возвращайся назад, приступай. И возвращайся назад в клетку, тюрьму, докладывай готовности к проверке. Проверка будет проходить сканером несколько миллионов герц. Если кто-то что-то забудет, существует вероятность, что он может сгореть в этой клетке. Арахноид снял, у него не было много паутины на голове. 2 месяца всего. Хорошо, хамелеон выходит, вытаскивай свое гнездо, отключайся полностью, возвращайся назад. И все свои энергии забирай. Вот здесь тоска, серость, он усиливал печаль. Вот это вот он все усиливал. Если маленькая проблемка, из нее делал огромную проблему. Все снял. Джину выходить не надо. Джин, втягивай всю свою пыль, все свои подключки, ничего не забывай. Доклады готовности к проверке. Приступай. Готово. Сканер просканируй сейчас саниту на чистоте гуманоида и подключек. Если есть какие-то невытащенные чипы, датчики или импланты, вытаскивай их, выводи их из биополя. Приступай. Нет, ничего. Хорошо, все убрали. Значит, демон у нас остался. Демон остался. Демон выходит, отключайся, снимай все, что я оставил. На месте доложи, что ты все снял. Где он с ней снимает? Утяжелял? Заводил. Даже заводил. Ходить должна. Понятно. Значит, она бегала. Движение. Вырабатывала энергию, которой ты питался. Хорошо. Все давалось тяжело. Даю тебе разрешение забрать все лярвы. Забирай, возвращайся назад. Приступай. Готов. Сканер, просканируй полноту души саниты на настоящий момент. 100%. Отлично. Итак, включая внутренний белосвет саниты, этим светом она выдалит из себя все негативное патогенное низковибрационное, находящееся в ее биополе. Свет пошел, энергия выходит, формируется перед ней в шар. Все остаточные энергии на частотах интерферентов и их подключек тоже выходят, летят в этот шар. Много идет или что там? Нет, она старается выдавить это все, что вышло. Я помогаю ей моей энергией, даю ей 100%. Вышел шарик. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку, закрывая, печатаю, растворяю. И даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Я отпускаю первый раз хамелеона на его чистоту. Хамелеон, или второй раз тебя встречу, ты уже никуда не уйдешь. Тебе это понятно? Понятно. Открывается наверх портал против часовой стрелки на чистоте хамелеона. Хамелеон забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Джин, я тебя сейчас отпускаю в дом, собираешь всю свою пыль, дожидаешься меня, я проверяю, отпускаю тебя на твою чистоту. Все понятно? Понятно. Открывается портал в дом саниты, Джин уходит в этот портал. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Арахноид, я тебя отпускаю сейчас в дом, ты пойдешь в дом, соберешь всю свою паутину, все свое потомство на всем земельном участке и в доме, и дожидаешься меня, я проверяю, отпускаю. Понятно? Он растерялся, их очень много там.
Ты хочешь, чтобы я по одному отпускал или как? Нет, он даст с кем команду. Вот, да, значит, дай им команду. Открывается портал сейчас в квартиру Саниты. Арахноид уходит в этот портал, закрывая, печатая, растворяя. Демон, хочешь получить эмоциональный фантом? Не вычеркнул. Хочу. Значит, назовешь мне тогда первопричины и из чего все вытекает, скажем так. Выходит эмоциональный фантом Саниты, проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, также всю низковибрационную эмоциональную энергию. Наежесть генерированная проецируется на эмоциональном фантоме. Фантом выходит. У меня больше фантом, как ноша такая вышла. Что? Как что? Ноша. Ноша. Длинный, да. Хорошо. Санита, эти энергии вы сами сгенерировали. Здесь вам уже никто не мешал. Это все ваши эмоции. Вы готовы от них избавиться? Готова. Сворачиваете энергии в шар. Демон забираешь? Забирает. Отправляет демону и слушает тебя. Что приходится делать со мной? Одинокой. Защиты у нее нет со стороны. Она сама защита для всех. От этого у нее накопление усталости. И страха как за будущее, так и за настоящее. Понятно. Если бы она этот страх умела сбрасывать, весь этот негатив выдавливать каждый день, как ты думаешь, насобиралась бы что-нибудь? Ей было бы легче. Намного легче. И дальше. Так и есть. Хорошо. Демон, у меня вопросов больше нет. Ты скажи, ты в доме один или там еще есть без чего? Есть другие. Хорошо. Ты главный там? Я главный, так как я в ней присутствую. Все верно. Я почему спрашиваю, я буду собирать весь негатив в доме, и меня интересует кто-то, кто покажет все эти порталы. Я которые... также за домом и в помещениях, в гараже отличный портал. Хорошо, мне, значит, нужны знать. Соберешь все сначала, все, что ты раскидал там, я тебя сейчас отпущу после этого, или ты, или кто-нибудь другой покажет мне портал, или я всех отпущу. Когда они все уберут, и ты мне покажешь эти порталы, я их закрою, и после этого соберу негатив на земельном участке и в доме, отдам тебе в дорогу. Устраивает? Да. Открывается портал в дом Саниты, и демон уходит в этот портал, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, Санита, возвращаемся к нашему разговору. За 6 лет гуманоид Сириус накидку прозрачную на вас накинул, которая вас тормозила со страшной силой. Украла 4% души, которую мы уже вернули. И вы изъявили желание, чтобы он испытал эти чувства, которые вам дал. Вы это подтверждаете? Да, подтверждаю. Выстраивается прямой канал к гуманоиду от Саниты. 1, 2, 3. Одевая на гуманоида эту накидку прозрачную, не может снять. И даю команду. На 4 начинается откат всех негативных, патогенных, низковибрационных энергий. Все чувства, которые испытала Санита за эти 6 лет, в течение 1 минуты получает гуманоид назад. 1, 2, 3. Пошел мощный поток до 100%. Кто компьютер? Не процента больше, до 100% автоматически останавливается, когда все вернется. Вот так и ее било. От нее идет как эмоции, которые она испытывала, которые внутри глубоко у нее сидят, и его начинают бить током в разных местах абсолютно. Не вверху, как молнии изнутри. Причинно-следственная связь. Ничего бы, не заходил бы, сидел бы дома, и было бы все нормально. Готово, он хрипит. Хорошо, закончилось. Хорошо. Отрубаю этот канал, открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку, закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. На связи, Ли. Гуманоид, 6 лет Сириус, накидка прозрачная, 4% души вернули, получил откат от человека, от души, вернула всю боль за 6 лет. Понятно, пол гуманоида заберем. Благодарю тебя. Забираем его, остальное вы уничтожите. Под накидкой открывается воронка в галактическое ядро, она уходит на переработку, закрываем, опечатаем, растворяем. Когда калечите души, потом души калечат вас. Причинно-следственная связь или закон кармы. Так и есть. Что дал, забрали, то и получил. Хорошо. Клетка у нас должна быть пустая. Идем дальше. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Санита, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Я чувствую себя спокойно. Уверенно, чувствую себя целостно. А еще я понимаю, что я сама выбрала свои кармические узлы и полностью принимаю, что я должна пройти их самостоятельно. И у меня есть на это силы.
Если вы захотите больше узнать о себе, вы можете пригласить своего куратора. Он придет и ответит вам на ваши 10 вопросов. Если будет необходимость, обращайтесь к нам.